Рецепт приготовления максимально простой, ингредиенты доступны. Не нужно искать маскарпоне определенной марки или же готовить его из сливок самостоятельно. Рецепт удачный и многократно проверенный. Такой чистки не требует особых кулинарных навыков, приготовить может новичок. Самое главное – выбрать вкусный творог и контролировать температуру приготовления. Творожный слой получается нежным и умеренно сладким. Песочное тесто можно готовить из белой пшеничной муки или из цельнозерновой. Есть способ еще проще. Нижний слой можно приготовить из готового песочного печенья, измельчив его и соединив с маслом. Готовьте смело, все просто и очень вкусно. Досмотрев видео до конца, вы узнаете, чего и сколько вам потребуется. Подготовим ингредиенты. В миску кладем мягкое масло, добавляем 2 ложки сахара, перемешиваем. Добавляем яйцо и настойку ванили, все перемешиваем. Вместо настойки ванили можно добавить любой ароматный алкоголь, к примеру, коньяк. Насыпаем муку и разрыхлитель, замешиваем тесто. Ставим лайк и подписываемся. Готовое тесто распределяем ровным слоем по дну, делаем тонкий бортик по всему периметру формы. Далее, готовим творожную массу, в миску насыпаем сахар, соль и добавляем яйца, 4 штук среднего размера, взбиваем до пены. Добавляем творог, сливки и сметану. Все перемешиваем блендером до однородной консистенции. Творожную массу переливаем в форму с тестом и отправляем в разогретую духовку. Выпекаем при температуре 170 градусов около 30 минут. Далее уменьшаем температуру до 150 и готовим еще минут 10. Выключаем духовку и оставляем в ней чизкейк на 10-15 минут. Остывший чизкейк вынимаем из формы, украшаем ягодами или кусочками фруктов, шоколадным или фруктовым кремом и подаем к столу. Вкусный и простой в приготовлении чизкейк готов, угощайтесь. Вкусняшки, подписавшимся. А теперь ингредиенты. Творог 700 грамм, сахар 1 стакан, 2 столовые ложки, в тесто, остальное, в творожную массу. Сметана 1 стакан, яйца 5 штук, 1 штук, для теста 4 штук. Для творожного крема, сливки, 100 мл, мука, 1 стакан, сливочное масло, 50 грамм, настойка ванили, 1 столовая ложка, разрыхлитель, 1 щепотка, соль, 1 щепотка, ягоды, 300 грамм, количество порций, 8. Комментируем, лайкаем или дизлайкаем, подписываемся, чтобы не пропустить новые вкуснышки моего канала. Следите за новыми видео на канале, и всем пока!